Скажи ему, чтобы он заткнулся и успокоился. Элмен, заглохни! Итак, ребята, мы должны убраться с этого острова, пока не сошли все с ума. Нам нужно восстановить спасательный радиомаяк Алекса, чтобы выбраться отсюда. Кто-то говорил о спасательном радиомаяке. Я смогу им заняться. Правда? Вилбур, я бы тебя поцеловала, если бы уже не умылась с утра. У меня есть хорошие и плохие новости. Начнем с плохих новостей. Ваш спасательный радиомаяк перегорел. Мы знаем, нам никогда не выбраться с этого острова каннибалов. Умолкни, Мелман. Какие же хорошие новости? По пляжу разбросаны детали для нового радиомаяка. Если сможете их собрать, я знаю лемуров, которые могут их соединить. Так как насчет поцелуя, Глория? Как насчет того, чтобы сначала сделать радиомаяк? Сушу и займемся делом. Где твой друг Мелман? Давай, покажи им! Наши разведчики нашли важную деталь для радиомаяка. Она лежит на том камне, и, думаю, нам пригодится твоя башковитость. Башковитость? Разве у меня большая башка? О нет, я умру! Нет, Мелман, возьми себя в руки. Башковитость — это талант или способности. О, фу. Иностранные слова вечно означают что-нибудь страшное. Итак, план такой. Ты забросишь на тот камень трех лемуров с помощью своей длинной и сильной шеи. Если все будет нормально, они возьмут деталь. Нажми клавишу действия, чтобы взять заряд, и отпусти ее, когда будешь готов к броску. Thank you.
Поторопись, Мелман. Осталось два лемура. Осторожнее с последним. Тебе далеко бросать. Yes! Отличный бросок. Все получилось. Возьми деталь для радиомаяка. Нашел! Нашел! Привет, Марти. Мне нужно идти в свой счастливый уголок. Я уверен, что у меня гайморит с осложнениями. Ай! Ай!
нашел ее. Привет, Марти. Мне нужно идти в свой счастливый уголок. Я уверен, что у меня гайморит с осложнениями. Не думаю, что у меня подходящая экипировка для таких прыжков. Ай, это лучший момент. Мама! Помогите! Привет, Марти. Мне нужно идти в свой счастливый уголок.
Эти черепахи мне надоели. Они все время сбивают фрукты с моего дерева. Я пытался поговорить с ними, но, похоже, это их только рассмешило. Можешь прогнать их? Нет проблем. Больше эти черепахи тебя не побеспокоят. Скажем так, я сделаю им предложение, от которого они не смогут отказаться. Отлично! Миллион раз спасибо! Ты ведь задашь им трёпку? Именно! Вы не торопитесь, черепашки! Наконец-то вы встретили достойного соперника, за более достойного человека. Эти ракушки созданы, чтобы по ним пинать. Вы не торопитесь, черепашки! Наконец-то вы встретили достойного соперника, за более достойного, чем вы. Эти ракушки созданы, чтобы по ним пинать. О, нет! Они сбили все фрукты с дерева. Приходи еще, когда вырастут новые. Что за... Меня сегодня точно запрут в сарае. Осторожно! Эй, зебра! Эти черепахи... Защитите фруктовое дерево! Вы не торопитесь, черепашки! Эй, зебра! О, нет! Они сбили все фрукты с дерева. Приходи еще, когда вырастут новые. Эй, зебра! Они сбили все фрукты с дерева. Приходи еще, когда вырастут новые.
назад! Эй, все... Они сбили все фрукты с дерева. Приходи еще, когда вырастут новые. Эй, все... Они сбили все фрукты с дерева. Приходи еще, когда вырастут новые. Они сбили все фрукты с дерева. Приходи еще, когда вырастут новые. Oh.
нет! Они сбили все фрукты с дерева. Приходи еще, когда вырастут новые. Они сбили все фрукты с дерева. Приходи еще, когда вырастут новые. Эй! Возьми эту деталь от радиомаяка, а я перекушу. Даже мои ученики. У тебя и в самом деле такой смешной акцент? Нет, конечно нет. Но ты все равно проиграешь. Первый, задай ему. Не связывайся со мной, приятель.
крокодилы за мной охотятся. Первый все равно был не из лучших. Второй, врежь ему. Нельзя спускать снегло. Не хочу стать героем фильма о выживании сильнейшего. Не связывайся со мной, приятель. Ух, ты победил моих учеников. И техника у тебя не такая уж и плохая. Но теперь пришла очередь сразиться с серьезным соперником. Ох, твоя техника впечатляет. Ты выиграл. Ты не мог бы позвать свою милую подружку-бегемотиху? У меня есть для нее задание.